Привет, ребята, с вами Зеленая Коска, и сегодня моя задача раздавить эту игру в шлепки. О, два мешочка, неплохо. Глазик, как видите, я чуть-чуть ускорилась. Решила чуть побыстрее начинать проходить ее. Какой день. Все. Ребят, слишком много дел. Никак не могу выпускать новые видео. Нифига не получается. У меня не хватает всегда времени на это. Но я точно могу заверить, что видео у меня будут проходить. Я выиграю все, что только надо. Ну, естественно, все, что в моих силах, и все, что не в моих силах. Так, и что у нас там по игре? Сегодня моя задача пройти сразу три части. Сразу все три главы. Так. Мясок. Так. Слезь телевизор. Ничего. Тут тоже ничего. Отлично. Читать не хочется. Делаем все быстрее. Чтобы не терять время. Ага, нам внизу. Можем идти наверх. Отлично. Я наверху. Так. Отлично. Какие-то телы. Странные телы. Так, что у нас тут? Мясок. Глаз. Ага, наверх. Наверху мясок, еще мясок. Что-то преследует, короче. Со мной разговаривают. Ладно, давай потом. Найдем потом. Так. Отлично. Она идет вниз. Так, думаю, тут нет. Валим сюда. Мясок. О, как много мясков. Отлично. Отрезали. Я отрезал. О, Майка Девская большая, папа и мама. Отлично, я запомню. Можем прямо сейчас написать. Сейчас узнаем. Где у нас? Где у нас там? Она вот здесь. Надо пересдать, чтобы не попасть в ее ловушку. Она может. Естественно, может. Так. Смотрим. Так, она все есть наверху. Ждем. Будем ждать, когда она уйдет. По-моему, я все упускаю несколько карт. Побываем в других комнатах. Так, узнаем, что тут. О, глаз, отлично. С другой стороны идем. Так, тут отлично. Я думал, где тут смотрела. Быстрее. Блин, тут бы забыла. Не попасться, Отлично. Я ушла. Здесь, так есть. Тебя посмотрела, пусто, мясок. Отлично. 11 или 17. Ищем все. Так, здесь, ничего, это ничего, листочки для пароля, глаз, так, миска нет, вроде бы еще 3 осталось мисочка, так, она ушла вниз, отлично, а мы смотрим, блин, фух, слава богу, еле успела, так, тут ничего, так. Еще вроде бы. Еще несколько осталось. Так, листочек, отлично. Мясок. Ключ. О, я могу идти вниз. В подвал. Только надо, чтобы она была здесь. И быстро свалить вниз. Блин, она там. Фух, она вниз ушла. Слава богу. Так, маленькая большая. Папа, мама. Отлично, я все сделала. Блин, игра забагалась, не могу пройти. Ладно, это мне не очень-то интересно. Блин, беги, тел! Фух, слава богу. Быстрее сваливаем. Волна тортит. Баг какой-то случился, не понимаю. Так, здесь я вроде бы забыла, пусто. Какой-то случился баг. Волна тортит. И никуда не уходит. Я слишком резко заперла ее дверью, но... При этом дверь-то я закрыла. Ну, она меня и убила, естественно. Но дверь-то я закрыла. Как это объяснить? Я не знаю, как это объяснить. Может, сами решите, как это объяснить. Так, отлично. Мясок. Если мы сейчас есть лопата, которая мне не знаю, мясок, глаз. Быстрее. Сколько мне еще осталось? Вроде бы еще 2 или 3 осталось. Так. Тут нет ничего. О, мясок. Надо найти секретную комнату. Там есть целая куча мисков. Вот это место. Всего 2. Блин, я рассчитывал на что-то большее. Чем просто 2 миска. Так. Нет,
еще, еще. Дайте последнюю найду. Где еще? Где еще мясок? Отлично. Еще. Валим отсюда. Быстро наверх. Она уже пришла. Есть! Она была точно уверена, что это здание заброшено. Здесь я могу избавиться от этого чувства, того, что она зовет меня куда-то к себе в тень. Что за делать? Что за делать? Так, первая глава. Крейси. Крейси обитает в особняке. Это я прошла. Давайте Чарли. По-видимому, за недобросные бумаги, которые она в особняке, помогли им боиться его зарисованы. Стоит они, какая разница, психуски. Майло, здесь летели, здесь летели именно ту Самару. Ладно, узнаем, что скрывается в этой... Блин, я начала все заново, ребята. Меня убили. Ладно. А, миски? Это что такое? Миски! Или... Миски светятся! Светятся мисочки! Я визую насквозь! Я визу тебя насквозь, мисок! Меня не одурайтесь! Эх, ничего! Так, идем... Ой, я пьянь! Нифига не взорвать! Вчера в баре с музыками! Видимо, отлегло. Миски какие-то. Два красных. Собираются миски. Ничего, конечно, не поняла. Ну, давайте... Давайте, видимо, миски я визу. Я, видимо, так это понимаю. Так. Он внизу. Не, можно не перезывать. Можно все идти наверх. Он нам, да, за не помешает. Ни каплики. Зеленая. Блин, теперь я нифига не визу. Блин, братаны, завязали мне глаза, а сами убежали. Где? Как я что-то увижу? Хорошо, что маска просвечивает, и то бы я хрен тебя увидела в темноте. Красный. Ой, пьянь, какая. Ой, господи. Так, ух ты, мисочки и пиво. Мясок. О, господи, ну и меня ему тузит. Меня мутузить прям, ох, как... Ой, прям как здравствуйте. Ой, опять напилась в баре с музыками. Ладно, давайте искать мясочек. О, все, наконец-то отлегло. Не люблю быть пьяной. Меня это отвлекает. О, крыса. Старая мерзкая крыса, согласна. Тот, кто охраняет это место, это просто залкая мерзкая крыса. За то, что не пускать меня в другие комнаты, а? Отлично. Господи, я чуть не обосралась. Кстати, извиняюсь, звука нет. Было бы в два раза страшнее. Просто я играла, но вспомнила, что я забыла звук включить. Я так... Ну, просто решила тупо поиграть и все. В итоге начинать вон проходить. Не тянно прошла, но решила записать это, естественно. Но, блин, вспомнила, что я звук вырубила. Ладно, я буду просто комментировать. Ладно, давайте искать миски. Так, тут ничего открывать нельзя. А, тут я его забыла. Я вышла отсюда, значит. Идем вот в эту комнату. Мама! Если чуть-чуть крыска была бы. Господи. Глупый страз. Бежим отсюда. Ага, глаз. Отлично. Носоглаз. Так, ничего. Так, я тут забыла. Так, здесь я его забыла. Эту руку я помню. Ладно, погнали вниз. И пусть Бог меня запомнит такой страз. Такой... Я убежала от него, не получилось. Я играю по второму разу. Блин, я спалилась. Оу, этот Страс. Чарли, точно, Чарли. Страс в больнице. О, отлично, теперь супербег. У меня есть суперкроссовки. И меня буду быстрее бегать.
Мои суперкроссовки, 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 лучшие всех. Нифига себе, идет огромное место. Блин. Больница на третьем этаже маленькая, вверху маленькая, зато здесь огромная просто. Так, сдем и можем валить отсюда. Да, можно валить отсюда, я знаю. Так. И просяй! Это был уверен, что это тет музыку вернулся, уверен, все за я гонялся за мной. Думаю, мне надо прекратить это дело. Необходимо узнать больше, связанное этим с местом. И Дурлок охраняет школу. Майзл был действительно заинтересован прекратить, возможно, это было известно, что я пропустил и находил на него. Ну, короче, ты написано стало все эти улики ведут в школу. Как я не люблю школу! Да, ребята, сентябрь за носу. А я так ненавижу школу, господи. Как говорят, учеба наша, ну, учеба все, что наша главное, не, блин, наша главное, меня это поиграть в компьютер, посидеть, поиграть в компьютере, повыпивать где-нибудь, все. Вот это моя настоящая главная, цель в жизни. Вот тут Денис у меня спрашивает, Коска, тогда кем ты будешь в будущем, если не будешь судиться? А я легко и сказала, я буду ютубером. Ютуберы получают много, ну, естественно, все зависит от видео, но если хорошо делать хороший контент и на компьютере, и видео, да и все, и мы знаем прекрасно делать, то, блин, прекрасно стать новым ютубером. Я буду ютубером. На пол взял дурдок! Я мясо свой выкинул от тебя! Ты доволен? Задина. Я из-за тебя голодная осталась. О, глаз. Отлично, глаз. Он пока дорансляется. Где-то здесь. А я убегу на мясо. Какое полно мяса. Тут больше мяса, чем мясков. Где за мяски найти? Очень много мяса. Прям дохреняйте мясо. Так. Ничего. Тут тоже. О! Отлично. Мясо, мяски. Мяски 16 мясков. Отлично. На, получай мясо! Фух! Вали отсюда! Вали, хозяин! Я не твой хозяин! Если хозяин, почему ты охотишься на меня? Усол, думаю. Скоро будет перемена. О, боже мой, да сколько можно! Ты, блин, меня почти убил! Да блин! Так, здесь была. Здесь была бласкер, была дверь. Так, вот это тоже была. Так, идем. Так. А теперь вот он, наконец-то, третий этаж. Я обосла вокруг. Там с другой стороны лестница есть на самом деле. Я просто тупила. Так, скоро откроется класс, и надо быстрее собрать место. Быстрее. А, это не третий этаж. Твою мать! Вот он! Наконец-то нашел третий этаж. Так, мятайте. О, мясотик! Все, валим отсюда! Иди, ували, утилка! Не будешь ты меня не учить! А дружок меня ничего не получит! Видно, дворняцкий я был так глум, мне был так досадно, я не мог контролировать тебя, так что я была один самой, не узнали за наказание, без отцы золота, и ни в чем не виноват. Теперь не минует меня, следует меня. Ну, блин, я даже не день.